Гостей праздника встречает фотовыставка «Из нашей истории строки». Представленные на ней фотографии расскажут о работе коллектива за прошедшие 30 лет. За эти годы экспозиции музея посмотрели более 3,5 миллионов человек. Архивы хранят более 16 тысяч артефактов. Музей «Диорама» стал не просто объектом культуры, это центр изучения истории, центр воспитания патриотизма. Экспозиции и выставки музея популярны как у белгородцев, так и у гостей города. Сегодня здесь начала работу выставка из фондов Тульского государственного музея оружия. Представленные экспонаты – подлинные экземпляры, с которыми наши предки ковали победы. Экспозиция продолжит работу до 13 ноября. Мы представляем оружие конца 17-го, 18-го, первой половины 19 веков. Это то оружие, с которым сражались солдаты Петровской эпохи в ходе Северной войны и Азовских походов, солдаты Екатерининского времени, времен завоевания Крыма, герои Отечественной войны 1812 года и заграничных походов, а также героические защитники Севастополя в ходе Крымской войны 1853-56 годов.